Приветики, господа, с вами я, Софирка Плей. И сегодня мы будем играть дальше в Roblox. Чуть моего собаку моего ничуть не сбила машина. Не, вообще стрельнет. Просто думаете, что я не могу ваши комментарии удалить. Я могу все, я могу просто удалять комментарии, где там с матами и что там сказано про смерть. Если это слишком зло и нельзя желать человеку смерти. Вот зачем это? Вы это делаете, просто мне это пишете. Зачем? Даже кто-то мне писал это. Вы думаете, что вы такие умные будете желать человеку это самое? Типа такой слишком такой умный. Вот тут мы постоянно начинаем видео с этого. Зачем вы просто пишете «Боже, кринж»? Я же могу просто этот комментарий удалить. Вы даже не понимаете, что такое слово «кринж». Кринж — это слово «съеживаться». Вы просто этого слова не понимаете. Кринж — это не русское слово на самом деле. Это другое слово. Это «съеживаться». Если вы не знали русское слово, это «съеживаться». Thank you.
Всем бай-бай, я буду сериалочком по городам. Всем бай-бай. Всем бай-бай.